братишка, если тебе непонятно в терминах, суть примерно следующая. Чем больше ты выигрываешь, тем лучше. Чем меньше проигрываешь, тем, правильно, хуже. Классные карты, ты поднимаешь ставки. Плохие карты, ты выкидываешь их в пас. Плохие карты, большие яйца, ты ставишь ставки. Средние карты, маленькие яйца, ты выкидываешь их в пас. Все просто. Покер — это сочетание ставок, денег и яиц. Понимаешь? Вот как-то вот такая, если так вот по-легкому, без терминологии, без вот этих там канбет, там диапазон, все просто, братан, все определяется примерно вот этими тремя вещами.